Давайте посмотрим, что придет в вашу жизнь в ближайшем будущем. Подумайте о себе, загадайте себя, расслабьтесь, девочки. Какая-то, девчонки, тоска у вас, да, сейчас. Что-то не получается, да, не растет кокос. Скорее всего, в отношениях не видите какого-то выхода, либо не видите проявлений к себе какого-либо человека. Вот уже, да. Давайте посмотрим, что придет в вашу жизнь. Яркие краски, девочки, придут в вашу жизнь. Придет в вашу жизнь огонь и желание двигаться дальше. Пересмотреть все свои взгляды на жизнь и двигаться, девочки. Придет желание двигаться, еще раз повторюсь. Если раньше вы печалились, сидели, может быть, перемывали кому-то кости, либо себе, либо думали, зачем мне, да, вот все это дано, почему мне и так далее, то сейчас, девчонки, начнется движение вперед. Движение вперед, девочки. Зажжетесь вы. Вот она и вышла, дама, да, вы у меня дама жезлов, которая все-таки движение наладит, прекратит сидеть и ныть, да, и скажет: все, пора вставать, пора налаживать, пора, как жар-птица, так сказать, воспрять, так сказать, из пепла. Да, девочки, движение и понимание себя. И, скорее всего, девчонки, здесь тоже говорится, любовь к себе придет у вас. То есть вы какое-то время, видимо, посидели, что-то подумали и себя подсобрали. Напитались, может быть, никого не впуская к себе. А тут может еще говорить о том, что человек пошел, может быть, в духовные практики, спорт, я не знаю, там все что угодно. То есть женщина занялась собой, своим сознанием, своим мышлением, да, открыла в себе любовь, в себе, к себе, к миру, переосмыслила все. Что еще придет, да, в вашу жизнь? Девочки, придет то, что вот это томное движение постепенное куда-то в никуда, да, от вас, вы уйдете от этого. Скорее всего, уйдете от мыслей о человеке, который был неспешен, который не торопился никогда, шел куда-то там, не с вами, скорее всего, да, вы уходите от этих мыслей, от этого человека, начиная работу, девчонки, скорее всего, работа над собой, движение вперед. Все о движении здесь говорит. Очень много, девочки, жезлов. Движение. Так же, как и шестерка мечей. Движение к новому опыту, новые берега, новая работа, новые отношения, новая дружба, новая вы. Все, новая жизнь, да. Причем стремительно, стремительное движение, о чем опять же, вот, пожалуйста, смотрите. Карта, да, двоечка мечей, ой, двоечка жезлов, которая говорит о том, что у вас мысли уже направлены не в сторону страдания, понимаете, не в сторону страдания, а в сторону созидания себя, да. Вы уже смотрите на какие-то перспективы, очень много планов, да, строите, куда, что, видите, так сказать, что все дороги открыты. Открылись, открылось сознание, открылись вы. Что еще придет? Девочки, придет ваше, то, что было далеко, по аркану звезда. Вы примете решение взять это сейчас. Какая-то мечта, что-то вы откладывали яркое. Это может быть все, что угодно. Поездка куда-то, покупка какого-то платья. Какие-то курсы, девочки, состряпать пирог, все что угодно, все что только возможно. Именно вы примете решение сделать это сейчас. Отчего это и сделает вас, девчонки, вот такой ресурсный. Вы наконец-то осуществите какую-то свою мечту.
что вы когда-то закинули, что вы когда-то забросили, сейчас вы это и сделаете, что придаст вам ценности, что вас подсветит, что сделает вас ресурсной, самодостаточной, яркой, та, которая на улице улыбнется, да, и все, будет радуга, зацветет все кругом. Я очень рада, что в вашу жизнь приходит осознание, и что вы уже берете жизнь в свои руки. Вы не живете жизнью других, вы стали жить своей жизнью. Вы взяли ответственность за свою жизнь на себя. Это круто.